путешествуем вместе с художниками, раз уж у нас теперь такое странное время. Иногда хочется так взять, оглянуться назад и вернуться в то время, когда деревья были большими, и спросить, а может быть, где-то есть планета, где вместо солнца апельсин? И отправиться такой вот маленькой девочкой вместе с гномиком, который говорит: иди, тебе открыты все пути, обязательно возьми с собой рюкзачок и выбери ту дорогу, которую ты хочешь выбрать. И эта девочка однажды вырастает и отправляется в путешествие. Она выходит из шумного города по маленьким улочкам, старым, когда город еще тоже был очень маленьким. Может быть, к морю, а может быть, она ищет свой маяк. А может быть, ее просто манят другие, очень яркие страны и города. Один пейзаж сменяется другим. Мы путешествуем. Мы путешествуем по Европе, по Италии, по Праге. Заглянем немножко в Россию. Вспомним то, какими были те места, где мы выросли. Вспомним те места, где мы живем сейчас. Прогуляемся по тем улицам, которых, может быть, и нет. Может быть, они только в нашем воображении. Но, тем не менее, это ведь самый настоящий мир. И неважно, есть он на карте географической или только на карте нашей мечты. И пусть всегда ветер дует в наши паруса, и золотые рыбки плещутся у наших ног. И какими ни были бы наши мечты, какими ни были бы те сказки, которые мы придумываем, мы всегда с вами в путешествии. В путешествии по своей жизни, в путешествии по своей мечте, в путешествии по самым-самым разным странам и континентам. Где-то мы с кем-то случайно встречаемся и можем выпить чашку кофе. Где-то мы просто бродим по пустынному берегу или любуемся совершенно невиданными пейзажами. А где-то, может быть, мы открываем кому-то еще целую вселенную. Мы никогда не знаем, куда заведет нас наше путешествие, какие откроет нам новые страны и города, какие удивительные пейзажи, цветы, люди встретятся нам на этом пути. Но тянется душа к дорогам, к тем дорогам, которые нам еще только предстоит пройти, или к тем местам, где мы уже были, но хотим вернуться. И где-то обязательно нас ждет тот самый парус нашей мечты. И где-то нас ждет наша лодка, на которой мы можем отправиться в удивительное путешествие по волнам памяти или по волнам фантазии, пока мы не можем отправиться с вами по настоящим волнам. Но в любом случае мы всегда с вами возвращаемся домой, потому что то самое окно, те самые стены всегда ждут нас. Мы вспоминаем потом, как было хорошо в путешествии. И дома нас очень многих ждут котики. И пусть в вашем окне всегда горит теплый свет. Путешествуйте с нами. Путешествуем вместе с художниками. Раз уж...